Банка, хлоп, оп, а там джин. Три желания и свобода. Верь мне, я же гений. Первое. В первый день я получил собственное кафе. Второе. Для себя и для друзей свой бассейн. Но банка упала. В песок попала. И отказала. На три. Одни нули. Джин старался, но облажался. Третье желание выдай! И я на свободу выйду! Верь мне, я же гений! Зигги и Диего. Плохие парни. Хотите целый день смотреть клевые фильмы? Хотим! Ну тогда марафонский просмотр детективов начинается. Запаситесь нервами. Спокойно. Всем нужным мы уже запаслись. Ладно, схожу достану диски из моего маленького сейфа. Парни, не подглядывайте. Отвернись. Вон, полюбуйтесь пятнами на стене. Тони, а как эта штука включается? Нажми на кнопку. Моя коллекция! Так это и есть небольшой сейф. Больше похоже на клад. Да нет, вам просто кажется. Чего тут только нет. И даже супермен-каратист. Не может быть! Да, я купил его на распродаже. А теперь покиньте помещение. И аккуратней с кнопками. Сенсация! Сэм Сахара наказал Фризера, известного своей наглостью пингвина. Смотрите повтор. Я сыграл стольких копов, что реакция у меня автоматическая. Сэм, храбрейший в мире. Еще я ненавижу фиолетовое мороженое. Вы видели? Вы видели этот огромный перстень? Они снова в моде. Сэму везет, он снова герой. Да какой там герой? Настоящие герои ловят настоящих плохих парней, асов криминала, а не каких-то там пингвинов. Ты тоже станешь героем, только пожелай. Поверь мне, я же гений. Помогите! Супермен на помощь! Косматый, твоя песенка спета! Я не привык проигрывать. Да, Зигги, я хочу поймать настоящего злодея. Таково мое желание. Вот он, новый герой. Силы придите, желание выполните и меня освободите. Нашел не хуже. Как у суперзвезды. Парни, а вы где все? Где это мы? И что это за пижама? Именем закона сдавайтесь без промедления. Это не пижама. Бежим, Диего, скрываемся. Мы плохие парни. Что ты натворил, Зигги? Эй, Маки! Где вас носило? Я уже волновался. Нравится? Связал, пока ждал. Да, мило. Пока есть время, расскажи мне о своем плане ограбления. Вот этого быка ты и должен взять. Ты пока его отвлекай, а я поищу план. Забыл, Рауль, я же тебя предупреждал. Это ищейки. Это ты, Фрэнки. Ты забыл очки в камере. Да, это ты. Прости, Фрэнки.
Разберись с ними. Мы тоже из тюрьмы, и нам страшно нравятся ваши похождения. Мы их знаем на память по надписям в туалетах. Спасибо. Я именно тот, кто это писал, но у меня есть новый хитрый план. Банк Оазис, где находится золотой резерв. Мы берем с собой транзистор и врубаем на полную, чтобы охрана выглянула наружу. Потом сметаем их мощным вентилятором. Рауль роет копытами туннель. И мы берем кольцо от ключа из офиса. Это бесценный экземпляр. Кольцо от ключа? Да. А если пойдут еще двое, то захватим кольцо и у помощника менеджера. Это будет кража века. Да. Представляете? Что? Ты изменил план? Да, похоже. А у нас есть свой план. Не такой красивый, зато более легкий. Мы знаем парня, у которого есть тонны колец от ключей, и среди них редчайшие. Со встроенными гаджетами? Еще какими? Свистками, зубными щетками, дворниками для машин. А с пилочками для ногтей. И даже с пилочками для ногтей. Ладно, пойдет. Но без шуток, иначе это не на шутку расстроит Рауля. Чую, это дельце мы провернем легко. Неужто мы ограбим Тони? Нет, мы запрем этих парней в сейфе и вызовем полицию. Воры в тюрьме, желание выполнено, я на свободе. А что, если Тони нас увидит? Что вы там копаетесь? Согласно кодексу пустынных грабителей, мы действуем только в масках. Только Диего знает, как его открыть. Ты запомнил мотив? Где они? Говори! Четвертый ящик справа, сразу за стеклянными рукомойниками. Гляди, Рауль, здесь их море. Я сейчас утону! Давай, начинаем, не торопись. Смотри, Тони сохранил фигурки, которые я слепил для вечеринки. Какое сердце бьется под этой скорлупой? Тут что-то не так, чую подставу. Говори на чистоту, или пожалеешь. Мы все объясним. Драпаем! Вы решили, что я сплю? Нет. И сейчас я вызову полицию. Погодите. Так это все подстава? Что ж, тогда готовьтесь к суровой расплате. Ты опозорил эту униформу. Рауль, твоя очередь. Я знаю, как смываться незаметно. Не трать времени. Надевай! Диего, за ними. В погоню. Только нужно развязаться. Капитан правосудия нам поможет. Ты уверен? А как же? Так всегда делают в комиксах. Ты внутри? Да, я здесь. С вами канал Правосудия. Мы приближаемся к месту, где отважные граждане задержали опасных преступников. Что происходит? Не могу поверить, это невероятно. Давай, Диего, бей кактусы. Фрэнки! Фрэнки!
Больно. Виноват, не судите строго. Один готов. Но есть еще Фрэнки. Давай. Диего, Зигги, они только испортят зрелище. Дорогу профессионалам. Тони, он все испортит. Я пропал. Я уничтожен. Не грусти. Зато попкорн просто супер. Не убегай, подумай, ступай в тюрьму. Парашют открыть. Как геройски и неожиданно. Я же профи. Просим в знак благодарности за совершенный героический поступок принять эту корзину сардин и сладостей. Я так горд, что у меня есть друг-герой. Это мой долг. Зигги, дарю тебе банку сардин.